Впервые с 2018 года Израиль направил посла в Турцию. Правительство уже одобрило кандидатуру Ирит Лилиан. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он отметил, что это является важным событием для сближения двух государств. Это очень важный шаг в налаживании отношений с Турцией, над которым мы работали последний год. На прошлой неделе я встречался в Нью-Йорке с президентом Эрдоганом. Мы поручили нашим командам продолжить работу по улучшению политических, экономических и туристических отношений. Налаживание дипломатических отношений между Израилем и Турцией окажет влияние на экономические связи двух стран. По мнению экспертов, теперь появится возможность реализовать многие ранее замороженные проекты. Учитывая удачное географическое положение Турции и технологические возможности Израиля, государства могут взаимодействовать по энергетической платформе. Сотрудничая, две страны могут предложить достаточно много проектов, которые будут способствовать снижению цен на природный газ и дадут толчок для развития всего региона, о чем сообщает аналитики. И это в первую очередь касается не только Израиля и Турции, но в том числе и Азербайджана, который также является партнером и другом Израиля. Но в целом мы видим динамику и по развитию взаимоотношений Турции в торговле, это и продукты питания. Много чего сегодня Турция может предложить, и также взамен Израиль может также много чего предложить. Поэтому после того, что произошло, после того, как наши взаимоотношения наших двух государств вышли на нормальный дружеский градус, я надеюсь, что буквально через недели 2-3 мы уже с вами сможем увидеть результат.